Говорил я, не потянет она в такую даль. Не послушали. Ну-ка, Мишаня, сядь за руль. Показуй! Ну что там, дядь Джинь? Все, Мишаня, не едем. Тут все плохо. Телефон искать надо. Я сейчас в ближайшую деревню сбегаю, тут пару километров. А до Кулагина сколько? Ха, до Кулагина. Километров 5 будет, не меньше. Очень плохо. Его срочно нужно оперировать. Мишаня, да погоди ты. Я сейчас ее заведу. У нее такое бывает, ты же знаешь. Если дозвонитесь раньше, чем я дойду, скажите, чтобы они готовили операционную. Эх, парень. Я тебе помогу. Обязательно помогу. Мы еще тебя до пенсии прожать будем, вот увидишь. Это всего лишь аппендицит. Мне его когда-то тоже вырезали. Здравствуй, Миша. Ой, здравствуйте, Зинаида Наумова. Вот, проведать тебя пришли. Как твое здоровье? Как твои дела? Зинаида Наумова, я хотела вам тут одну книгу показать. Фехтвангер. Москва, 1937. Миша, откуда она у тебя? В библиотеке взял. В какой? В нашей? Да, а что? Нельзя, Миш, сейчас читать такие книги. Тем более здесь. Припрячь-ка ее. Расскажи, как операция прошла? Да ерунда, правда, швы болят. Пройдет. Это 40 лет назад был опасен аппендицит. Скоро поправишься. Мы все ждем твоего возвращения. Зинаида Наумовна, я давно хотела вас спросить, правда то, что вы знали Луначарского? Правда, Миша. Правда. И не только его. А как тогда вы здесь? Так же, как и ты. Так же, как и все мы здесь. Во всем есть что-то положительное. Это нужно осознать и использовать. В вашей школе работают лучшие учителя. И это я сейчас не о себе говорю. Вот математику вам кто преподает? Галина Петровна. Вот, Галина Петровна Улешникова была старшим научным сотрудником конструкторского бюро Туполева. Она конструировала самолеты. Теперь вам преподает математику. То же самое и в других поселках. В странные времена. Ей-богу. Все.
волнуйся, братец. Уже чуть-чуть осталось. Ты, главное, потерпи, хорошо? Держись. Полчаса как забрали. А сейчас-то за что? Ой, не знаю, Миш. Все руководство обкома арестовали. Даже всех тех, кто по 58-й сидел. И поступка грешных. А чего скрывать? Виновен я. И камни подняли поспешно, мои безгрешные друзья. Так что, куда ты решил? Ну, в Казахстан засватали. Куда? В Казахстан. А, подожди, Миша. Какой Казахстан? Лёва, ты на паспорт мой глянь. Особенно на раздел «Национальность». Странно, что мне вообще здесь доучиться дали. Нет, в Ленинграде мне сейчас точно ничего не светит. А там видно будет. Да и к тому же я инфекционистом ведь хочу стать. Ну да. А в этом Гуреве, говорят, инфекции просто россыпь. Ладно, пойдем. Ладно. Гуреев так Гуреев. А почему туда? Много же других мест, где необходимы дипломированные врачи. У меня мама в Карлаге. Хочу поближе к ней. Я ее 5 лет не видел. Знаешь, сынок, когда отца в 34-м году арестовали, я так испугалась, думала, что его оклеветали или еще что. А потом, когда сама сюда попала, я поняла, что гребут-то всех подряд. Точнее, лучших, думающих. Такие власти не нужны, сынок. Мама, когда тебя освободят? Скоро, сынок, скоро. А ты когда уезжаешь? Завтра уже в Гуреве нужно быть. А Гурев-то это там, где Каспий. Пока поработайте у Кулагина. Это отсюда еще 150 километров. Мне сказали, что я в инфекционной больнице буду работать. Это мы ее, если успеем, достроить. А она что, недостроена? Нет, не готова. Зато Кулагина в больнице работать некому. Ну, дайте документы. Из Ленинграда, значит. Далековато вас забросили. В Кулагино инфекционисты нужны? Инфекционисты, педиатры, хирурги, все нужны.
Работа там ход отбавляй. Будете всем понемножку заниматься. Сегодня фонендоскоп, завтра скальпель. Тут вам не Ленинград, голубчик. Температура не спадает, Вера. Тебе надо срочно в больницу. Я сбегаю, кого-нибудь позову. Бедная девочка, не успела приехать, сразу слегла. Где ж ты, голубушка моя, такой бронхит-то заработала, а? Я вам сейчас рецепт напишу. В аптеку сходите. Она вам кто? Дочь? Ой, нет, что вы. Веру я на подселение взяла. Ее к нам направили по распределению. Ну ладно. А можно я послушаю? Ради бога, Михаил Федорович. Ради бога. Держите. Сапар Нургалиевич, так это же воспаление легких. И антибиотики нужны срочно. Что же вы такое говорите-то? Как вы это без рентгена-то смогли определить? Ну, таких хрипов не бывает при бронхите. Мне кажется, ее нужно срочно госпитализировать. Здравствуйте, Вера. Как самочувствие? Уже лучше. Спасибо вам. Да, не стоит благодарности. Я же врач. И вы, насколько я понял, тоже. Нет, я акушерка. А откуда вы? Из Чубаровки. Это около Шымкента. А я из Ленинграда. А, и я, кажется, забыл представиться вам. Зельцер Михаил Ефимович. Так, вот. Это антибиотики. Принимайте в одно и то же время, один раз в сутки. Спасибо вам, Михаил Ефимович. Можно просто Миша. Здравствуй, здравствуй, друг мой дорогой. Здравствуй, здравствуй, город над рекой. Видишь, я прошел все испытания на пути к свиданию с тобой. Неужели и это не знаешь? Знаю, конечно. Просто у меня голоса нет. Это не главное. Главное, чтобы было от души. Здравствуй, здравствуй, позабудь печали. Здравствуй, здравствуй, выходи, встречай. Видишь, я прошел все испытания на пути к свиданию с тобой. Вера, я... А твои родители тоже врачи? А, нет, у меня папа в облисполкоме работал. И когда Кирова убили, тогда все руководство арестовали, и отца тоже. Ну и в 37-м его расстреляли. А мама? А мама в Карлаге. Вера, а у тебя есть кто-нибудь? Нет. Здравствуй, здравствуй, друг мой дорогой. Здравствуй, здравствуй, город над рекой. Видишь, я прошел все испытания на пути к свиданию с тобой.
Миш, куда мы идем? Потерпи, скоро все узнаешь. Ну что, тебе трудно ответить? Ой, здрасте. Добрый день. А мы что, фотографироваться будем? О, как же. Знаете, сколько усилий вашему мужу стоило мне затащить эту больницу? Вон, у вас парень упертый. Так он мне не... Давайте, девушка, у меня времени-то мало. Вы на стульчик присаживайтесь. А вы, Михаил, за ним встаньте. Миша, ну как же так? Если бы ты предупредила себя, хоть в порядок привела. Роды полчаса назад принимала. Хорошая фотография получилась. Да, мне тоже нравится. Жаль только, что она в одном экземпляре. А тебе сколько нужно было? Ну, нас же двое. Две надо было. Ой. А мы разве не вместе? Ты что-то хочешь сказать? Вера. Ты поедешь за меня? Қазақша айтатын болсақ, деп қоясың. Бақыт Келебаевтың сценарийларының бірінде... Ой, подожди, сейчас. Я вообще интервью никогда не давал. Один раз в жизни давал, и то мне подсказывали. Его зовут Михаил Ефимович, Зельцер. Его зовут Михаил Ефимович Зельцер. Көмекшілер болса, режиссердің, екінші режиссерді алатын болса, Ринат деген жігіт, ол өз сценарийді оқып, өз жұмысын көрсете алатын білді, білді. Про оператора расскажи. Чё? Бесха-ха, бесха-ха. Ты давно знакома с Даниаром? Да, он хороший парень. Просто этот год вышел неудачным. Моя задача как тренера – научить грамотно, профессионально ездить на лошади. Общаться с лошадью. Не понял вашу иронию, Дэн. Вы хотите попробовать сами? Аппаратуру забей. Наверное, это мои самые близкие товарищи в моем деле. Они полностью меня понимают.